Уважаемые кыргызстанцы и любители кыргызского футбола, этот год для нас был очень запоминающимся и знаменательным годом. Этот год принес нам первый чемпионат Азии. Поэтому хотел бы вас всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать искренне всем здоровья, счастья, благополучия, здоровья вашей семье, чтобы этот год, предстоящий год был для нас очень радужным, чтобы весь кыргызский футбол и вся наша страна показала себя достойно на этом первом для нас международном соревновании, и чтобы нас, кыргызов, узнавали везде и знали. С Новым годом!